Для здоровья детей и взрослых. В микрорайоне «Искра» на улице Жиркевича строится физкультурно-оздоровительный комплекс. По плану на 4000 квадратных метров будут располагаться бассейны для взрослых, детей и даже грудничков, а также спортивные залы, массажные и медицинские кабинеты. На данный момент объект готов на 60%. Глава региона встретился с застройщиком и осмотрел здание. Сергей Морозов намерен развивать инфраструктуру микрорайона. Мы вот еще раз выверим все наши обещания, все наши договоренности, чтобы все это было отражено в бюджете. Чтобы этот микрорайон был у нас все равно одним из самых красивейших и ухоженных. Рядом с ФОКом планируют построить музыкальный фонтан и зону отдыха. Чуть дальше расположится футбольное поле. Что интересно, строительство комплекса является примером государственно-частного партнерства. Землю под объект власти предоставили безвозмездно. В свою очередь, застройщик обязуется не задирать цены и разработать социальные программы. Всегда повторяю, что дети, инвалиды и дети-сироты будут ходить в этот ФОК бесплатно. Пенсионерам обеспечат скидки и социальные цены. Застройщик утверждает, что ждать долго не придется. Комплекс обещают достроить к августу 2021 года. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости УПРАВДЫ ТВ.